Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Как-то так. Поехали. Самое короткое вступление. Спасибо большое. Не извиняйся, пожалуйста, бывает, за это. Что вы нанесли на вашего кота, например, средства от блох, которые нельзя слизывать. У меня нет кота. Но кот ведь этого не понимает, поэтому ему надевают вот такой специальный ошейник, который не дает животному себя лизать. Но что делать, если у вас нет такого ошейника? Купить? Возьмите одноразовую глубокую тарелку. Да, надо лучше бумажную. Чего? Сделайте на ее дне несколько надрезов, как показано на видео. Оу, спасибо большое. Спасибо огромное, ребят. Спасибо за поддержку мамы. Огромное вам спасибо за донатики. Я уже, честно, мне неловко. Неловко, когда мне донатите теперь. То есть, раньше для меня это было, типа, охуеть. Типа, спасибо огромное, чуваки. Блин, мне так приятно. Но мне было как будто, знаете, ну... Типа, не то, что... Ну, мне не было неловко. Сейчас мне, типа, я такая, охуеть, как приятно, спасибо, но мне так неловко и неудобно, что вы это делаете. Огромное спасибо, правда. Охуеть, спасибо, папаша, за этот Рено Логан 21 века черного цвета! Теперь отгибаем каждый лепесток. Да ему же будет больно. Загибаем их концы. Да котику будет больно. Макс, скажи, котику будет больно? Макс, котику будет больно, если ему надеть на голову вот это? Конечно. Я согласна. Бро, не сюда нужно на роспись донатить, а на сайте underlibai.net. Хрю-хрю-хрю, реально. Вот так. Котику будет больно. Готово, надеваем устройство. Бед, посмотри, посмотри. Бедный, видишь, ему больно. И оно не позволит ему облизывать свою шерсть. Капец. По-моему, Куки даже понравилось. Можно разрисовать мисочку, чтобы было веселее. Знаешь, как гипстеры разрисовывают? И даже насыпать в нее корм. Мне кажется, это издевательство какое-то на котом. Бумажная тарелка, но все равно. И чтобы прохлаждаться, вы купили себе небольшой бассейн. Набрали воды. Она холодная. Блин, вода-то холодная. Угу. Если прям сильно не терпится покупаться, то возьмите черный мусорный пакет. Ну, это, кстати, интересный лайфхак. Мне интересно, что она сделает дальше, потому что, мне кажется, все себе покупали такой бассейн дополнительный. Ну, типа. Положите на землю и наберите в него воды. И выгоните что? Все пузырьки воздуха. Илья Эксайл — это лучший человек, наверное, которого я знаю, это очень хороший человек, очень искренний, добрый и честный. Я очень ценю то, что у меня есть какие-то взаимоотношения с этим человеком. Это мой друг, и он действительно очень хороший человек. Познакомилась с Максимом случайно через знакомого. После чего заверните край, чтобы она случайно не вытекла. Мы набрали целых 6 пакетов. Черный цвет крайне быстро нагревается. А, ну да, кстати. И вода в пакете. Ну тяжело же потом воду нести. Через 1 час вода нагрелась до 42 градусов и стала реально горячей. Ну и как ее потом туда выливать? Мы подождали еще полчаса и решили, что настало время выливать воду в бассейн. В каждом пакете было примерно 15 литров горячей воды. Это все как-то можно муторно. Было изначально положить еще 2 пакета на воду в бассейне. Тогда бы там она нагревалась значительно быстрее. Угу. Чем меньше бассейн, тем эффективнее будет такая затея. Но на самом деле очень и долго таким это образом наполняет. Нам с моей девушкой удалось покупаться в теплой воде. А, Джейсон Рофлин. Тот же самый день. Если в вашем маркере заканчивается красивый и он плохо пишет, то можно попробовать вот такой способ. Берем любую нитку или веревку и приматываем ее к маркеру при помощи синей изоленты. Логика действия мне пока что не ясна. Дальше нужно сильно раскрутить маркер по кругу на протяжении некоторого времени. Ничего себе, типа там краска вылится. Центробежная сила должна подтолкнуть оставшийся пигмент к носику маркера. Офигеть. И в нашем случае он стал писать заметно лучше. Еще на некоторое время точно хватит. Ну да. Все, ребят, сильный серебро будут только так. Но если лайфхак не сработает, то можно просто поиграть с котиком. Это тоже полезно.
Я тебе расскажу, как котику своему въебало, короче. Животные настолько привыкают к человеку, что очень грустят в его отсутствии. Но мы же умнее, поэтому можно слегка их обмануть. Возьмите любые ваши брюки и различную старую одежду или другие тряпки. Нужно хорошенько набить ими... Я все пропустила из доната, что он делает? Брюки. Чтоб получилось примерно вот так. О, парни! Располагаем наш муляж человека на прочитаю, месте... Прочитаю, давайте донаты после стрима, я очень сильно отвлекаюсь на них. Где вы обычно сидите, и с большой вероятностью животное подумает, что это вы. Просто без верхней части. Ему не будет скучно при вашем отсутствии, ведь он все равно сможет сидеть у своего хозяева на коленях. И таким коты образом реально такие тупые. Ой, после стрима, блядь, после видео прочитаю донаты. Я... Сори, парни. Тесто на кожаной обуви образовывается вот такие складки. На форсах, я купила форсы, дорогие. У меня, знаете, они сразу по... Они помялись через неделю. Которые существенно портят... Охуеть, спасибо, папаша, за форсы. Нам спасибо, Габен. Нам понадобится кусок ткани или полотенце, обильно смоченное водой. Угу. Сейчас пойду смочу. Которые мы размещаем на складках. Это не работает. Старый добрый утюг. Теперь надо хорошенько прогреть полотенце, а вместе с ним и обувь. И знаете что? Я просто был в шоке. Да нет, охуеть, папаша, это неправда. Это не работает. Я уверена, что это не работает. Это точно не работает. Это ложь. Я пытался, у меня не сработало. Это не работает. Чуваки, вот вы сейчас на меня бычите из-за того, что... Я назвала котов тупыми, но мы не заметили того, что у меня на голове уши. У меня 4 пары ушей, а вы не заметили. Think about this, think about this. Только посмотрите на это, складок нет, и вообще кажется... А можно мне вопрос задать? Вот реально же были складки, он же как-то их убрал для ролика, может он в ботинок что-то пихнул, чтобы типа они разгладились на время. Ой, 2 пары. Да достаточно. Я же говорю, у меня уши, поэтому и 4 пары. Как будто это монтаж. Но нет, на самом деле это просто обычная магия. Ну чё они так куки мучают? Это реально, знаете, это куки.